Ребят, всем привет! Привет! Сегодня мы запланировали стряпание пельменей, да? Пельмени. Для этого мы приехали в метро, нам нужно купить мясо. Мы решили покупать мясо в метро, потому что у них контроль качества. В общем, сейчас закупим все, что нам необходимо. Приступим! Для приготовления пельменей нам нужно мясо, чеснок, лук. Для приготовления нам понадобится мука. А теперь крутим фарш. Мясорубку купили на Таобао. В сравнении с российской мясорубкой, здесь очень крупная сетка. Фарш получается такой, как рубленый. Слава, вкусно будет? Вкусно будет. Сейчас мы добавляем лук и чеснок. Фарш у нас готов. Добавляем соль. Соль какая-то в Китае не соленая. Две, думаю, пару. Хватит. И перец. Чуть-чуть, потому что детки будут кушать. Так, для вкуса. Перемешиваем. Я буду делать тесто на 2 стакана воды. Примерно вот столько соли. Соль, вода и мука. Мы делаем такое тесто. Замешиваем тесто. Перемешки мы делаем вот на таких вот штучках, как их назвать, формочки. Формочки. Да, мы их купили на Таобао, у нас в России была такая большая, одна алюминиевая. Угу. А здесь таких больших нету, есть вот такие только маленькие, но они, как выяснилось, 19 юань, удобные стоит? Очень. 5 юань. Ну, они что-то совсем дешевые, я не помню цену. Ну, вот мы, в общем, приловчились сразу с двух машин, сразу стряпаем в двух машинах. На две формочки раскладываем. Все, сверху блин. Раскатанный блин. Оп. Немножечко придавливаем. И раскатываем. Вот такие вот красавчики получаются. Посмотрите, какие пузатенькие. Как настоящая школьница, да, Полечка? Она спать хочет. Полина уставшая. Пораньше спать нам сегодня. Ну, она вам рассказывает. А что у нас сегодня будет на ужин, кто угадает? Конфеты. Не знаю. Конфеты? А я еще люблю мороженое. А, мороженое, да. А я люблю мармеладки. Это после ужина будет. Я люблю мармеладки. Что мама с папой сегодня готовили? Стряпали. Стряпали. Пельмешки. Вот они. Я хочу тоже стряпать. Лаврушечку. Не надо там горячий дочь. Я потихоньку. Чуть-чуть. Закидываем наши пельмешки. Опа. Давайте, девчата, пробуйте. Всем приятного аппетита! О, спасибо. Ой, молодец, какая. Спасибо, дочь. Мне майонезик. Сейчас. Мне тоже. Короче, надо всем помайонезить. Мы еще сегодня были в метро, мы купили водочки. И у нас будет кровавая Мэри. Тоже еще на это пельмешку? Полюша, давай пробуй, мне прям интересно. Как тебе? Понравится, не понравится? Мясо. Мясо. Чувствуешь? Вкусненько. А как майонезом? Вкусно.
Здорово. Угу. Ну все, мам, давай тоже пробовать. Сначала это попробуем, да. Давайте. За вас! Листик можно скушать. Так, пробуем. Мясо вкусное. Пельмени удались. Ура! Ура! Килограмма 4 у нас вышло пельменем. Будем варить, кушать. Если вам понравилось это видео, поставить палец вверх. 100 пальцев. Подписывайся на наш канал. Всем пока. Include to the pavement between the lines.